Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео «Завораживающий русский». Завораживающий значит магический, где я говорю вам о самых интересных, длинных, необычных, оригинальных словах русского языка. И сегодня у нас слово «исключительный». Исключительный. Исключительный – это от слова «исключение», значит, что-то, что не как всегда, не как правило. Исключительный. Например, в грамматике может быть исключение, человек может быть исключение. Например, все французы любят сыр, но, например, Эрик не любит сыр. Эрик – исключение. И исключительный – это значит супер, просто очень классный, очень супер. И обычно это что-то позитивное, это позитивное слово. Например, ваш борщ обычно вкусный, но сегодня он просто исключительный. Исключительный. Исключительный значит очень хороший. Лучше, чем обычные вещи. Исключительный. Также исключительный это может быть какой, но у нас также может быть вопрос как. Например, эта актриса сегодня играет исключительно хорошо. Например, на спектакле эта актриса сегодня играет исключительно хорошо. Это исключительно хорошая актриса. Или, например, мы купили что-то, нам это очень нравится, и мы можем сказать, о, это исключительное качество. То есть это что-то просто супер хорошее, исключительное качество. Обычно исключительно, да, это что-то позитивное, но иногда это может быть также что-то негативное, неприятное. Например, очень часто мы можем слышать исключительные обстоятельства. Исключительные обстоятельства. Обстоятельства. Другое длинное русское слово значит ситуация. Ситуация в нашей жизни. И исключительные обстоятельства значит необычная ситуация. Необычная ситуация. Например, сейчас у нас эпидемия в мире, и я живу во Франции, я очень хотела полететь в Россию. Я купила билеты в интернете на самолет, но потом я увидела, что рейс был аннулирован. И я пошла на сайт, и на сайте было написано: из-за исключительных обстоятельств мы не можем ответить на ваш звонок, например. Или мы не можем быстро ответить на ваш имейл. Потому что все звонят, все пишут, да. И это такая ситуация необычная, исключительная. Значит, из-за исключительных обстоятельств мы не можем сейчас ответить на ваш звонок. Но обычно исключительный – это что-то позитивное. Если вам нравятся эти видео, если они для вас полезны, посмотрите на моем сайте, пожалуйста, там много материалов для тех, кто изучает русский язык. Посмотрите упражнения на перевод, очень полезные. Посмотрите транскрипции к подкастам. Вы можете слушать подкаст и читать все слова по-русски. Мои PDF-книги и, конечно, мой любимый клуб «Русская дача». Это подкасты и видео каждые 5 дней, только на русском, и нас уже 500 человек. Я вам желаю исключительно хорошего дня. До скорого. Пока-пока.